сегодня команда играла хорошо, даже много моментов, 50 минут давили на соперника, столько бросков сделали, столько моментов, что не хватает? Ну, я не знаю, сложно сказать. Ну, какой-то, может быть, нацеленности на ворота немного, завершение, концовку чуть-чуть. Не знаю, так вот сложно. Думаю, что с тренерами уже там посмотрим видео, и уже они нам объяснят, что нам надо изменить. Много сил потратили на то, чтобы взломать оборону соперника. Были готовы, что они будут сидеть у себя в воротах и играть на контратаках? Ну, в принципе, я думаю, что они играли в своем стиле. И прошлую игру здесь же также мы проигрывали 2-1, по-моему, сравняли в конце. Ну, не знаю, в принципе, считаю, что команда была настроена, готова, но в завершении что-то не хватало. Эмоции останется на Магнитогорск, на Екатеринбург, на Казань? Да, я думаю, все профессионалы, конечно, соберемся.